Количество рекламных щитов народного мэра «Я люблю Одессу» растет прямо пропорционально возрастающей нелюбви одесситов к Костусеву. Пункт по сбору жалоб одесситов на городскую власть от партии «Удар» вызвал большой ажиотаж. Какие именно проблемы больше всего волнуют одесситов, узнавал Денис Соколов. «Рыба гниет с головы», – гласит старая, но верная пословица. Как грибы после дождя, с приходом Костусева на должность городского головы стали появляться проблемы. Возросший уровень безработицы, преступности. Похоже, что одесситы устали видеть пустые обещания на фоне запущенности нашего города. Так а что он сделал? Посмотрите, что в городе... Он коренной одессит. Да, он коренной одессит. Да, не дай бог таких одесситов. Потому что довести город до такого состояния, это нужно, конечно, обладать особым талантом и умом. Пункт сбора подписей намеренно расположился возле одной из главных проблем города – ямы на Греческой площади. В этот же день на стройплощадке оказались рабочие и техника. Назвать это совпадением сложно, однако одесситы уже устали терпеть пустые обещания с 2011 года, когда подземный паркинг должен был достроиться. А можете с коляской двойной, особенно когда двое детей, вы погуляете с ними. Вы даже не выйдете, не проедете. Даже вот сейчас с сумками я иногда и вот так вот прохожу. Одессит Роман говорит, что новогодний вечер его семья и соседи провели без горячей воды. Причина проста. Три сауны, которые находятся в доме, просто перекрывают воду. Жильцы пытались добиться справедливости, однако взятки чиновникам оказались убедительней. Хотя бы обеспечьте этот дом простым водопостачанием, чтобы у нас поступала нормально вода, чтобы мы нормально купали детей наших. Все, больше никаких мне нет к вам, Алексей Алексеевич, вопросов. Огромное количество признаний в любви Костусева к Одессе резко контрастирует с негативным отношением одесситов к народному мэру. И большое количество жалоб, которые собрала партия «Удар», только подтверждает, что смена власти в нашем городе жизненно необходима. Денис Соколов, Юрий Весилок, телекомпания «Круг».